Всем привет! А вы знали, что установочные АПК-файлы возможно извлечь из системы Android, даже не имея рут-доступа? Продемонстрируем это на примере простейшего проекта из одной Activity. Прямо в теле метода onCreate запишем вот такой простой код. Первым делом создается intent на поиск всех исполняемых приложений. В этой строке осуществляется запрос на поиск этих приложений. Затем перебираем результаты поиска и вводим информацию о названии приложения, о пути до АПК-файла, имя пакета, ну и посчитаем размер нашего файла. Также возможно получить картинку, которую затем можно ставить, например, в Image View. Приложение будем запускать в эмуляторе. Результат вывода будет отображаться здесь. Итак, мы видим информацию по тем приложениям, которые установлены в эмуляторе по умолчанию. Карты, путь до АПК-файла, имя пакета и размер в килобайтах. То же самое касается и некоторого ряда других приложений. Впоследствии, имея полный путь к АПК-файлу, этим файлом можно каким-то образом манипулировать, скопировать куда-то, отправить, ну и другие действия. Ну вот, собственно, и все. Прошу оценить видео и распространить. Всех благ!